Они думают, я зеленый. Ха-ха! Ну просто дети! А я оранжевый. И очень быстро размножаюсь. И никто меня не видит. Вообще. Будьте здоровы, все пройдет, и это тоже. Такова основная идея фильма, сценарий которого был написан буквально за полчаса. Главные герои – вот эти инопланетяне. Куклы были сшиты актерами коллектива «Саквояж» несколько лет назад. Так называемые «луняшки» хорошо известны сочинской публике. Они уже не раз прилетали в Сочи на праздники. На этот раз причиной их визита стал коронавирус. Мы очень расстроены, потому что мероприятия все отменены, наши спектакли тоже отменены. И совпала эта отмена с нашим праздником, с профессиональным, с Международным днем кукольника, который мы каждый год отмечаем премьерой. И мы готовили премьеру спектакля к этому празднику, к 21 числу. Но, к сожалению, так получилось. Вот как бы здоровье на самом деле важнее. И поэтому мы решили бороться с коронавирусом в прямом смысле. Вернее, не мы, а наши куклы. Это луняшки, которые инопланетяне живут на Луне. И они прилетели спасать наш город Сочи и всю страну от коронавируса. Давай победим коронавирус там. На уничтожение вируса инопланетянам потребовалось всего пара минут. Это ли финал фильма и при чем тут собака? Ответы на эти вопросы зрители получат к концу недели. Премьера короткометражки состоится 21 марта. Увидеть ее можно будет в соцсетях театра «Кукла Саквояж» и на их канале в YouTube.